И всем привет, меня Александр Сучков. В данном видеоролике сегодня мы нажмем сначала на опции, контроллеры поменяем, аудио поменяем и это все. Потом язык можно поменять на русский и испанский, но этого мы пока что делать не будем. Это в конце видеоролика будет. Ну ладно, сегодня мы играем в дополнение к игре GTA San Andreas Doom. Настраивать я пока что ничего не буду. Наверное, если все будет нормально, то нормально. Так, ждем несколько секунд. У нас, значит, мы где-то в тюрьме. Если вы смотрели прошлое прохождение или сами уже играли, то нас арестовали, и мы теперь находимся в тюрьме вместе с нашими друзьями. Пока что вы их не знаете, но с ними будет вся игра, потому что они нарисованы на коробке игры. Это погон и вагон. В общем, разберемся. Так, значит, что у нас там дальше? 9 секунд. Что такое? Вот. У нас выходит коп оттуда. Если я не ошибаюсь, то там был клоун. Сейчас мы с этим разберемся. Так, начинается другое время уже. Здесь мы видим то, что уже у нас он разговаривает непонятно с кем. Выходит коп другой, и что у нас тут происходит? Они так долго будут болтать или что? Они что-то разговаривают. Ну, в общем, что-то там скучно очень. Уж очень там скучно. Потому что 30 секунд ждать, пока они разговаривают, это очень скучно и неинтересно. Ну ладно, мы пока что ждем. Эти сидят все, наши друзья, чего-то ждут. Хотя не знаю, чего они ждут. Сидят, смотрите, в одной и той же позе. Сидят и ждут что-то. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Там еще где-то коп пошел. Я там его видел. Так, 10 секунд. Так. Ладно, ждем 5 секунд, пока они там наговорятся. 3 секунды. Сейчас что-то еще будет. Сейчас посмотрим. Так, и значит, смотрите. У нас здесь уже третий коп подошел, и те куда-то копы убежали. А остался один коп, который непонятно зачем здесь стоит. Наверное, нас охраняет. Стоит здесь, ждет. Значит, те убежали, двое. Один остался. Так, 10 секунд. Сейчас подождем 10 секунд и посмотрим, что будет дальше. Если все сидят, им вообще пофигу, что тут разговаривают копы, что-то убегают, прибегают. Очень все круто сделано, ребята, на самом деле. Так, значит, что? Коп убегает куда-то. И прибегает у нас уже с калашом какой-то бандит, который мы, помните, убивали его. Так, дальше. Мы перемещаемся туда, и теперь нам надо убегать, потому что у нас есть время, который мы должны успеть убежать. Так, что он просто идет? Беги, прикрывай. Так, никого нету, смотрите. Вообще, никого в участке нету. Выбегаем, пробегаем и в машину. Все, миссия выполнена. В следующей миссии сейчас мы будем проходить другое. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пиши комментарий, конечно же, под видео. И, конечно же, ребят, всем удачи и всем пока.